Всем доброго времени суток. И снова мы в нашей Гизе. С утра пораньше. Ну, по работе я здесь. У нас пасмурно, смотрите, какие тучки. Холодно, похолодало что-то. Сегодня у нас 22 июня. Ну, прохладно. Идем посмотрим цены. Утренняя суета здесь. Арбузники еще не пришли. Кукуруза. Цен нету. Лепешки надо купить. Сейчас лепешки возьму, посмотрим там цены. Так, идем дальше. Что-то ценников нету. Еще, наверное, не поставили. Ну, кто следит за ценами, посмотрит. Кто смотрит впервые, смотрите мои прошлые ролики. Там цены есть, думаю, не очень изменилось. Хотя вон некоторые есть. Вот этот человек, берите вот этот человек. Наталья, привет. Здрасте. Медовые абрикосы. Вот, пожалуйста, 600. Медовый абрикос. Черешня. Черешня почем? Черешня сегодня, дорогой, завод уже мало. Угу. Заканчивается подвиг. Ага, понятно. В этом году урожая мало очень. Так что побольше возьмите. Да, да, да. Чтобы наесться. Ага, здесь цен нету. Привет. Арбузом занимаешься? Да. Занимаюсь? Я снизил абрикос. Ну, снимаю, походу. Снимаешь, походу? Да. Ну, да. Все нормально. В общем, еще никого нету. Маленький такой репортажик. Еще рано. Луника, полторы тысячи берите пока. Вот есть цены. Эй, Наташа. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы, Наташа. Один арбузик. По 200. Здрасте. Здрасте. Ну вот такие цены на сегодняшний день. Рыбу у меня просили в прошлых роликах. Смотрите, она пока закрыта. Хотя кое-что, какие цены есть. Еще. Угу. Рыбы нету, но цены есть. Пока закрыты. Все. Ну, пока буду на этом заканчивать. Такой маленький ролик. Кому интересно, смотрите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.